количество колонок. Ну, давайте приведу пример. Скажем, пусть у нас должно быть всего 5 колонок, и это изменить нельзя, то есть 5 столбцов. И, например, у нас всего 7 предметов. Как тогда можно расположить? 1, 2, 3, 4, 5, все нормально? 6, 7. Ну, как вы считаете, они, что называется, хорошо расположены? Понятно, как их можно расположить лучше. Потому что просили в 5 столбцов, мы сделали 5 столбцов. Если у нас предметов всего 7, ну куда же надевать надо? Вот, хорошо. Хорошо. А давайте задача будет немножко похитрее. Давайте задача будет немножко похитрее. У нас по-прежнему будет 5 столбцов. И мы делаем так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот как вы считаете? Сейчас разумное расположение или нет? Или можно симпатичнее? Что значит хорошее расположение? Вот, что значит хорошее расположение? Замечательно. Вот давайте называть хорошим расположением те, когда свободные места есть только в нижней строчке. Когда вот такого нет. Понятно, да? И тогда нужно было ставить 10 не сюда, куда я поставил, а сюда. И все остальное сдвигается. Здесь будет 11, 12, 13. Отлично. Отлично. Итак, я объясню, в чем разница, да? Что расположение мы будем называть хорошим, если свободные места могут быть только справа в нижней строке. Ну, теперь давайте зададим параметры. Скажем, будет n столбцов. И будет некоторое количество предметов. Ну, давайте, не знаю, x предметов. Скорее, я правильно сказал. Количество вот этих вот столбцов, это действительно верхняя целая часть от x разделить на n. Согласны? Потому что ведь что нам на самом деле нужно? Нам нужно, чтобы при умножении количества столбцов на n мы получили бы число, которое больше или равно, чем x. Хорошо. Столько будет строчек. Теперь задача такая. Скажите, пожалуйста, сколько при этом предметов будет в первом столбце, во втором, в третьем, в каждом? Итак, повторяю вопрос. Сколько в каждом столбце? Где число k – это любое число от единицы до n. Да. А можно взять остаток от деления, от вычитания, сейчас сформулирую. Да, вот надо поделить n, x на n, взять целую часть. Ну, то есть, во-первых, надо поделить x с остатком на n. Да. Отлично. Остаток от деления x на n. Да, дальше. Вот, и этот остаток. Посмотрите, больше он или меньше, или равен числу k. Да. Если он равен числу k или меньше его, то в этом столбике будет... Он та самая верхняя целая часть. Да. Да. А если меньше, то вот эта верхняя часть... То на единицу меньше. Да. Во-первых, вы, конечно, правы. А во-вторых, я хочу, чтобы была формула.
а не длинный текст. И формулу надо написать, используя символы x, n, k, плюс, минус, там, умножить, разделить, целая часть, верхняя целая часть, нижняя целая часть. Что-что? Можно как кусочно-заданное? Нельзя. Как кусочно-заданное он только что сказал, и сказал вполне разумно. Но в том-то и идея. Сможет. Дело в том, что целая часть, она в некотором смысле и есть кусочная функция. Понятно, да? И поэтому было бы здорово, если бы мы сумели обойтись только, ну, только этим. Не надо сразу браться за любое число k. Сумейте объяснить, сколько будет в первом столбце. Можете ли вы, да, и еще, не надо использовать знак верхней целой части. Ограничьтесь классикой, что называется. Целая часть. Вот что надо сделать со числом x, чтобы узнать, сколько в первом столбце. Разделить на n. Разделить на n, да. Сравнить с k. Не надо k. Вот без k. В первом столбце. K равно единице. Взять просто целую часть. И сравнить с единицей. Взять целую часть. От x делить на n. От x плюс. Краски идеи x плюс 1 минус 1, да? Что-что? Ну вот, чтобы именно избежать округления вверх. Нет, не надо, не надо вверх округлять, я говорю. Да, целая часть мне нужна. X плюс 1 минус 1 делить на n. Ну, я по x минус целая часть от x делить на n. Не надо еще. Ульяна сказала хорошую вещь. Ульяна сказала, что в первом столбце, по ее мнению, будет x плюс n минус 1 разделить на n. Столько? Да. Так, давайте думать. Вообще, ребята, если у нас есть число x, то у нас есть и возможность разделить его с остатком. Это есть некоторое n умножить на количество столбцов плюс некий остаток. Остаток бывает от нуля до n минус 1. И вот давайте потихонечку спокойно разбираться. Если остаток равен нулю, если q равно нулю, то в таком случае все будет просто. Таблица будет, когда q равно нулю, таблица будет устроена так, что везде у нас есть клеточки, и количество будет в точности равно числу s. То есть оно будет равно x разделить на n, да? Но с другой стороны, это же число будет x плюс n минус 1, потому что x на n делится на целое, и это нас никак не повлияет на целую часть. Так, идею поняли? Теперь, если q побольше, например, q равно 2, такого слова, q равно 2, да? Тогда здесь у нас будет s строчек, и смотрите, какая они хитрая. Когда ты к x прибавляешь n минус 1, то из-за того, что остаток q был двойка, у нас произойдет увеличение на единицу, и получится то самое s плюс 1. Чуть поняли? Замечательно. Господа, а скажите мне, пожалуйста, а во втором столбце сколько будет? Конечно. X плюс n минус 2 разделить на n. Отлично. А в последнем столбце сколько будет? X плюс n минус k делить на n. Нет, последний. Это в каком столбце? X плюс n минус k абсолютно правильно. А в последнем? Просто x. Вот, господа, это действительно правильные ответы. Давайте я это аккуратно запишу. Тут у нас был вопрос, сколько в каждом столбце? Ответ. Целая часть x плюс n минус k разделить на n. Так, пока все понятно. А теперь интересный вопрос. А сколько во всей таблице предметов, если их x штук всего?
таблице. Ну да. Мы брали x предметов, помните? Да. Замечательно. Вот если просуммировать по первому столбцу, второму и так далее n, сколько бы всего должно получить? X. X. Если в таблице x предметов, то в таблице x предметов. Да. Значит, мы с вами получили то самое равенство. X предметов это x плюс n минус 1 разделить на n целую часть, x плюс n минус 2 разделить на n целую часть, и так далее, и так далее, x плюс 1 разделить на n целую часть, и, наконец, x разделить на n целую часть. Всего n слагаемых. Мы доказали такое замечательное равенство. Заметьте, пожалуйста, я говорил только про x предметов, когда x – натуральное число. На самом деле, это у нас целые числа стоят, а здесь стоит любое x. Вот что надо сделать, чтобы оно было верно. Надо поставить здесь целую часть. Давайте я аккуратно объясню, почему это так. Я уже начал объяснять, но... Давайте так. Почему же это равенство верно для любого x? А вот почему. Для натуральных чисел мы его проверили. А теперь давайте посмотрим, что происходит при переходе от x к x плюс n или к x минус n. Да все просто. Если число x прибавляешь n, то n делить на n единица, то каждая из этих вот целых частей изменяется ровно на единицу. Это изменяется ровно на n. Идеально. Тут, скажем, x на n уменьшилось. Значит, тут каждая из слагаемых уменьшилась на единицу, а тут уменьшилась на n. Все замечательно. Итак, для любого числа x целого верно такое равенство. Теперь, почему оно верно на самом деле даже для нецелых? Господа. Если вместо x подставляешь целое число плюс дробная часть, то смотрите, эта дробная часть никак не повлияет на слагаемое. Потому что она здесь еще поделится на n, что станет еще меньше, она вообще ни на что не влияет. И, соответственно, она и здесь выбросится, когда берешь целую часть, и здесь ни на что не повлияет. Все. Это равенство, я доказал. Мне кажется, оно вполне замечательное. Но оно является только началом равенства, которое я сейчас хочу